Всем привет! Друзья, прошу прощения за такой ракурс. Еле установила камеру. У меня сегодня такие очень волнительные новости для всех зрителей моего канала. Я уверена, что очень многие люди волнуются за меня и беспокоятся. Я всегда была честна со своей аудиторией, высказывала именно то, что я думаю, рассказывала и делилась обо всем, что происходит в моей жизни. Я больше не вижу смысла это скрывать, так как рано или поздно это станет явным. Ребят, я решила уехать с Германии. Это не спойлер, это не прикол там никакой. Это решение далось мне волнительно, очень нелегко, но на самом деле я просто реально задолбалась, я просто не выдерживаю больше в Германии, мне нужно реально улетать, уезжать поездами, самолетами отсюда, гейтзвицы, знаете, такие, я устала, мне надоело уже быть в Германии, здесь на меня влияет все, люди, погода, знаете, пришло такое вот депрессивное состояние, когда, в принципе, все-то нормально, да, есть жилье, есть помощь, за что я отдельно благодарю Германию, благодарю вас за все, я просто уже морально не выдерживаю, поэтому я пошла собирать чемоданы. Вы, конечно же, пишите мне в комментариях, как вы думаете, какую страну я себе выбрала следующую. Пишите, и я скажу, кто был прав, кто был ближе, кто дальше. Все, я на грани, реально, я на грани. Мне пора просто менять что-то в жизни, и я приняла для себя верное решение. Я решила просто уехать с Германии. Все, что делала я до уезда, я смонтирую видеоролик и покажу. А сейчас, ребята, держите за меня кулачки. Я пошла собирать чемодан и, конечно же, вам тоже покажу свои пожитки. Так, чемоданчик собран. Я уже приехала в город Шверин. Купила себе Cola Zero. Погода радует. Дождь. Я забежала в Тедди, купила себе парасольку. Как раз по акции за 4 евро. Ну, фокус сейчас наведу. Такая вот замечательная погода. Раньше считалось, что дождь в дорогу — это замечательная примета. Ну, раньше люди ездили на повозках с лошадьми. Не было такой дороги, была просто грунтовка. Еще прибыть пыляку до земли. Люди радовались, когда идет дождь. Пыль не стояла в дороге, да? Замечательная погода. Знаете, у природы нет плохой погоды. А я сейчас буду бежать на ЖД вокзал. Ждать свой поезд. Красота, вот так вам сниму. Красота просто. Я обожаю дождь. Ну что, ребята, следующая моя точка, остановка, это Гамбург. Красота просто. Ну, а это я, как зефирка. Розовая Барби. У меня все розовое просто. Ну что, в путь? Я как грибочек. Чуть-чуть сниму атмосферу города Шверин. Какая красота! Очень атмосферно. Вы знаете, в принципе, Германия сама по себе очень-очень дождливая. Поэтому, когда я снимала для вас видео и говорила, что
аномально жаркое лето. Это была не шутка. Обычно вот такая вот погода сейчас на Северной Германии. Очень атмосферно. Сейчас так и хочется заварить себе чашечку какао. Я, кстати, обожаю какао с детства. Это у меня как воспоминание. Бабуля с натурального молока, с питкоровки. А вот и прогноз погоды. Замечательная погода. Как раз в дорогу. И не жарко, не душно. И все, и пошла я любоваться красотой этого мира. А еще я просто Виолетта. Я обожаю природу. Я обожаю дождь, солнце. Я вообще люблю любую погоду. Простите, мои дорогие, за тавтологию. Но и действительно, какая красота. Солнце, дождь. Это все произведение природы. Произведение Всевышнего. Я обожаю просто это все. Я растворяюсь. По мне, наверное, видно, что я все прям расплылась. Я обожаю такую погоду. Итак, я уже на ЖД. 12 часов 11 минут. Мой трейн. Супер. Мне нравится, что есть лифт. Я в прошлый раз снимала видео, когда я ехала, покидала Германию, да. Я снимала видео, где я по этим ступенькам тащу свой чемодан. И многие так возмущались. Ребята, это все шутка, приколясь всегда по приколу. Все в Германии есть, не нужно ничего таскать. Итак, уже на перроне. Ожидаю. Уже села. Поезд был с опозданием. В добрый путь. Abfahrtzeit 14:15 vom Gleis 14. Sie haben Anschluss an einen Intercity-Express nach Basel mit Halt in Hannover, Frankfurt am Main Hauptbahnhof. Planmäßige Abfahrtzeit 14:24 vom Gleis 13. Bitte beachten Sie auch die örtliche Lautsprecherdurchsage auf dem Bahnsteig. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung links. Везде граффити. Стройка. Стройка.
Гамбург, Бангкок. Велком. И сам вокзал. Приехала.